Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Как я и обещал, мы посмотрим другую цепочку концовки, потому что в прошлый раз у нас была плохая концовка за Полину. И там мы постарались на другую концовку выйти. Вот, мы посмотрели страшную концовку, по-моему, принять все это. Ну, вы узнаете, что будет, если отказаться. Так что мы полностью перепроходим четвертый эпизод, но за пацанов. Не за Полину, линейка Полины, а линейка пацанов Ромки и Бяши. Все присаживайтесь поудобнее, поудобней, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, делайте репосты, а всем приятного просмотра, дружочек. Полный вперед, всем приятного просмотра. Ты чё, опять в облаках витаешь? Да. Ага, ну да. Ха. Антоха. Так, подожди. Ну чего? Чё-чё? Пока ты носом клевал, Катька пропала. Да-да-да. Как пропала? Быть не может. Прикинь, может. Так. Ага, резинка в виде земляники. Так. Эпизод четвертый. Бьем копытом озимь. Почти в этом сраном лесу живет. Хм. Вчера ничего странного не видел. Нет. Я тоже. Ага. Повезло, что классуха моим родакам нажаловалась из-за оценок. Вот меня и не выпустили вечером на репетицию. А то на месте Катьки оказались бы мы. Это... Я что сказать хотел? Я кое-что слышал. Этим утром я, как обычно, в полусон. Вдруг слышу плач за деревьями. Девчатки. Сечётина? Ну да. Ну я про Катьку-то не знал тогда. Не знал бы, стрёмно оно, братки. Утро у нас не лучше ноти. Темно оно, как в зобе. Вдруг это Катька была, а? Ну да. А главное, вместе таком парсывом на... в буреломе, что неподалеку от кладбища. Хорош пургу гнать. Да зуб даю на! Сам слышал! Угу. А вы уверены, что Катя действительно пропала? Вон, Лилия Павловна, Катькина матушка, даже на работу не пришла. Слетела контрольная она! Как пить так, пацаны, эта Катька в тайге стонала! А значит, и до нее маньячело добрался! Да-да-да. Сенечка, Вова, Семен, Катя. Четыре человека, да. Так, пацаны, отныне смотреть в оба. Далеко друг от друга не отходим, как в дурацких ужастиках. На остальных мне плевать, но вас я в обиду не дам. Хм. Как и Полинку. Ага. Вот такая хрень. Рисуешь? Да ничего. Так, дурака валяю. Полинка. Уже слышал про Катю? Ну да. Ужасно. Да. Ужасно еще и то, что Катю мне жалеть сложно. Я правда ищу в себе сострадание,
Но вспоминаю ее поступки и... Я чудовище, да? Плохо, наверное, что исчезновение анкеты расстроило меня больше, чем пропажа одноклассницы. Хз. Ты потеряла анкету? Да. И кто-то сейчас читает чужие секреты. Хм. Надеюсь, ее найдут. Анкету твоего не Катю, да? Что? Ты будто изменился. Просто не выспался. Хм. Сегодня ты точно какая-то другая мелодия. Очень древняя, таинственная. Надеюсь, ты никому не рассказал про наш вчерашний разговор. Что ты? Хм. А может, погуляем после уроков? Дедушка чувствует себя лучше. Я могу задержаться вечером. Хм. Почему бы и нет? Давай. Тогда после алгебры на заднем дворе. Что-то из мусорского? Нет, пожалуй. Ты с ней говорил? Беш, отвали на пару минут. Хм. Ну, говорил или нет? Она что-то сказала про меня? Она спрашивала, где ты будешь после урока. А ты что? Сказал, что ты будешь на заднем дворе. Ну, Доха! Ну, спасибо, друг! Погнали скорее готовиться! Ща мы и закатим такую шум в программу, что прям ого-го! Готов? Точно не сдрейфишь? Второго шанса не будет. Хм. Букет есть. Маньяк присутствует. Чё там еще? А что с моим образом? Где мой топор или там маска? Да не гони, Тоха! Надень ту зайчью, что с собой по жизни таскаешь. Только резче! Нельзя, чтобы Полина нас видела вместе. Давай, как репетировали. Только она появится, я прегражу ей дорогу. Ага, а я из-за тех кустов такой бац и на выручку. Только веди себя посмелее, Тошка. Чтоб как взаправду. Я постараюсь, себя не сдерживать. Ты случаем не потерялась, деточка? Эй! Садись, проклятый! Пока я здесь, никто не обидит эту девушку! Понял? Ты!
Говорю! Не тронь! Прояви терпение, Рохля! Сейчас закончу с девчонкой и обязательно возьмусь за тебя. Так, что тут происходит? Питифан, ты уберешь своего дружка? Я же... Он мне... Думаете, я вчера на свет появилась? Бяша, небось? Или... Антон? Вот не думала, что ты такой. Да, прикол, Дэс. Это фиаско, братан. Сейчас решим. Полин! Ну, Полин! Чего? Ты все неправильно поняла. Что тут понимать-то? Ромка спланировал геройский поступок. В кавычках, конечно. А ты вызвался быть шутом, от которого он меня защитит. Еще и маску где-то нашел. Гадкую такую. А вот и не поняла. Ты Ромке очень нравишься. Ага. Я думала, я тебе нравлюсь. Все ясно. Да постой же, нравишься, ты всем нравишься. Но Ромка, он особенный. Особенный лжец. Он целеустремленный и на самом деле серьезнее, чем кажется. Помнишь, ты говорила о побеге? С ним бы ты точно сбежала. В какой-нибудь большой сверкающий город. Да куда угодно. Он обещал защищать тебя. И что теперь прикажешь? От его обещаний детей рожать? Для начала узнать поближе, дать ему шанс. Шутки шутками, а настоящий маньяк еще на свободе. Позволь Ромке проводить тебя сегодня. Угу. Передай своему Ромке, что я жду у школьных ворот. Но чтоб не думал себе всякое. Ты не пожалеешь. Угу. Она ждет тебя у ворот. Тош, ты спас меня! Братан, да я теперь твой должник на века! Хочешь, я тебе тетрис подгоню? А хочешь, научу рукопашным приемам? Или... Иди уже. Ну да, у него осталась эта сеструха.
у Тошика получается, да? Я знаю, чего я хочу. Я хочу оказаться вместе с сестрой в Диснейленде. И что ты предлагаешь? Сберкассу обнести? Нет, надо просто поймать маньяка. Того, кто в ответе за все эти похищения. И получить обещанную награду в милиции. Думаешь, тебе этот лейтенант что-то за сотрудничество отстегнет? Подарит максимум часы командирские, и будь здоров. Ты поможешь мне? Да или нет? Я сказал уже, мы команда. Куда ты, туда и я. Хорошо. Теперь понять бы, с чего начинать. Слушай. Бяша говорил, что слышал плач в буреломе за кладбищем. Готов поспорить, это была Катька. Как тогда будем действовать? Так сразу не скажу, да и время поджимает. Давай пересечемся у дома Полины через час. Нет, лучше через полтора. Знаешь, где она живет? Ну да. Думаю, найду. Отлично, мне пора. Веселись, Ромео. Так. Смотрите-ка! Фу, явился, не запалился на. Бросили меня тут на. И трулили вдвоем. Глупки. Эй, все на команда Вольтрона называется. Так, ну да, остается типа два выбора сделать, позвать или не позвать. Так, а где тут выбор был? В плане позвать, не позвать. Не пойму. А, на восьмерке что ли, да? Так. Так, ну вообще два сохранения надо сделать. Или одно. Ладно, ребятки, сейчас я подойду, секундочку, подождите. Пару секунд. Ну что,
Мы вернулись. Так. Твою мать. С этими кучей проводами просто обосраться. Так. Ну, Биаш, не обижайся. Ромка голову совсем потерял. Ты уж не злись на него сильно. А про тебя я помню. Вот, держи от меня подарок. Хм. Ничего себе! Это мне на! Спасибо, Антоха! Лазил! Ты чего уж там? Через полтора часа встречаемся у Полининого дома. Намечается срочное дело. Чем будем заниматься? Постараемся не пропасть без вести. Ну да. Чего унылый такой, на? Сведых анекдотов нет? Вся банда в сборе. Ну ай да, джентльмены! Этот счастливый, тот несчастный. Фиг вас поймёт, на. А ты лишний раз бежь не думай. А то, глядишь, последняя извилина узлом закрутится. Значит так, поисковая операция начинается. Далеко не разбредаемся, ищем любые следы Кати или похитителя. И желательно, пацаны, поживее! Уже через час станет темно, хоть глаз выколи. Хрена лысого мы в таких потемках найдем. Давайте вот это по домам. Опачки! Чё тут у нас? Опа-на! А мне сегодня фартит. Братва! Я козысь нашел! Это ж Каткин косылек! Чё такое? Открыто. Пойдем? Куда? Ты что, сбрендил? Давай предупредим лейтенанта Тихонова. Будь ты таким наивным, Тоха. Твой Тихонов вон даже варежку в лесу отыскать не смог. Ха-ха. Да и западло с ментом сотрудничать. Особенно, когда я у него на учете состою. Маньяк наверняка вернулся туда, в свое логово. Если получится, возьмем его тепленьким, пока он не ждет. Иначе в следующий раз подкараулит уже он. Второго шанса может не быть, брат. Так что решайся. Да. Короче. Тут тоже опять выбор. Выбор. Так. А нам нужно глянуть альтернативную концовку.
Вот. Так, ну что, попробовать в милицию, а потом в гараж. Ну давайте в милицию попробуем. Это точно какая-то ловушка. Нет, Ром, без милиции мы туда не сунемся. Хрен с тобой. Только попомни мои слова. Менты хуже душегубов. Такс. Окей. Ба, какие люди! Что, Петефанов, сдаваться пришел? С повинной? Обхохочешься. Да уж, смешного мало. Ты бы, Петров, друзей осторожнее выбирал. А то, считай, знакомый всего ничего, а ты уже дров наломал. На учет поставлю, как некоторые. Ой, знаем мы ваши учеты, лишь бы отчетность закрыть. Настоящие преступники до сих пор на свободе. Но-но. Смотри, не образумишься, как папаша твой. По малолетке загремишь. Я вас еще удивлю. Константин Владимирович, вы должны поехать с нами. Мы гараж нашли. Вон как. Гараж, значит. Дай угадаю. А в нем сокровища Стеньки Разина спрятаны. Кого? Ясно. Нет, но... Петров, Петров, признавайся, ведь не сам ты это придумал. Петефанов подговорил, да? Все хихоньки да хахоньки. Я предупреждал. Никто меня не подговаривал. Я сам видел, как вас вижу, в лесу, среди пней. Времянка это была, Антон. Нет, гараж. Ты хоть знаешь, что такое времянка? Ну, это... Не знаешь. Как же ты их тогда отличишь? Охотники и хибару сколотили для припасов. Мы этих построек штук 10 проверили, пока лес обыскивали. И вашу, наверное, тоже шмонали. Проверяли. Хибары не едят детей, а черный гараж ест. Черный? На черной черной улице, в черной черной подворотне, черный при черный гараж. Хватит тебя за шкирку. Приехали. Видите, не забыл я еще детскую страшилку. Капец. Помню, малым так сестренку напугал гаражом этим. 3 дня уснуть не могла, дуреха. Байка это, ребята. Ей 100 лет в обед. Вы еще своим детям рассказывать ее будете, а те своим. Некоторые истории, особенно дурные, они, увы, Эх, Антон. Знал бы ты, как часто я на них смотрю. Лучше бы преступника ловили, а не на фотки пялились. По-вашему, я не хочу на этого козла браслеты надеть? Взять под белые рученьки, да к стенке поставить? Да я с этой мыслью и спать ложусь, и просыпаюсь. Знаете, что мне снится ночами? Вам лучше и не знать. Дело это, глухарь. Нашли мы детские следы, ведущие в лес метров на 50. Да только там они и обрываются. А дальше сплошная чертовщина. Привлекли кинологов. На собаке след не беру.
Скулят только жалобы. С добровольцами весь лес прочесали, ни единой зацепки. Ага. 25 квадратных километров истоптали. Маньяк этот в норах звериных прячется, что ли? А на днях кто-то из местных заявил, что слышит детский смех по ночам. Мол, это пропавшие дети к нему с того света являются и в окошко заглядывают. С ума все посходили. Ну что тут взять? Еще и улики таинственным образом пропадать стали. А ведь такое в нашем поселке не впервые. Помню, лет 30 назад был похожий случай. Также исчезали ребятишки. Хоть на похитителей не вышли, но все же тогда следствие лучше сработало. Двоих детей удалось спасти. Вот, сохранил на память с той поры. В смысле? Так это были вы? Так точно. Я ведь в этот участок в первый раз в вашем возрасте попал. Помню, зима была. Но вот дела. Что со мной было, хоть убейте, не нашел меня в тайге тогдашний участковый. Говорит, лежал я в отключке, весь в сосновых иголках. Это благодаря ему я это гиблое дело не бросаю. Долг мой до правды докопаться. Вы сказали, что двоих спасли. А второй кто? Да в жизни не догадаешься. Второй, точнее вторая... Нет ее! Не пришла! Вы сказали, придет! Сказали, она у подружек, а ее нет! Нет, моей Катеньки! Успокойтесь! Тише! Да как же мне успокоиться? Кровиночка моя! Брысь! Дохлый номер! Не помогут нам мусора. Одна надежда на нас самих. Ну да. Да, то же самое, что и... Мы все в опасности. И все из-за тебя. Так. Короче, выбираем. Где этот? Нет, подожди-ка. А, единица, точно. Так. Гараж. Ага. Тоха, помоги-ка мне. Ага. Так, осмотреть. Угу. Ладно.
Так. Так. Ладно. Ай, ржавый хлам. Оказывается, это место капец какое унылое. Какому такому мудаку пришла в голову идея перевозить гараж с места на место? Пошли отсюда. Ага. Давай догоним Бяшу. Ему крепко досталось. Угу. Слушай, а что это мы с пустыми руками будем возвращаться? Дай-ка я хоть магнитолу скручу. Обожди минуту, я мигом. Ого. Ты слышал? Она там. Жесть. Сюда! Ого. Черт, выключи! Выключи ее! Было бы так легко сказать. Выключить ее. Я сейчас, держись! Не работает! Ни хрена не помогает! Так помоги мне! Ага. Так. Такс. Давай. Ну. Естественно, она будет выйти. Сделали все, что могли. Надо убираться отсюда. Ты свихнулся? Да. Нам нужны доказательства. Ну да. Так. Вот для этого, в принципе, и нужен был этот Полароид. Так.
ними. А как? Капец. Да, веселая концовочка. Да, это жесткач. Что ты делаешь? Никто не должен узнать. О чем ты? Никакой милиции, слышишь? Катю по частям мы не соберем. А я не хочу сесть в тюрьму, как мой батя. Но ты говорил... Говорил. Я включил мясорубку. Нечаянно. Попробуй, докажи. Им только и надо, чтобы на кого-то повесить убийство. Я за решетку пойду, а маньяк будет разгуливать на свободе. А жизнь ведь только начала налаживаться. Но мы не можем просто так. Можем. Поклянись, что никому не скажешь. Ну да. Пожалуйста. Кто-то должен защищать Полину. Ну да. Хорошо. Но опять та же концовка, которая в прошлом была. У нас прохождение. Мы все в опасности. И не ври, ты видел его. Он вычислил, где мы живем. Интересно, кто у него пахан, что сбежал преступник? Это был не он. Я читала в газетах, на что способны твои дружки. Его дружки. Ну да. Что случилось? Они разведутся. Я хочу уйти. В свою комнату? Нет. Дальше. Отведи меня в Небыляндию. Ты обещал. Ну да, сейчас то же самое будет, из-за что... тебя. Ради кого? Почему тебя не было? Я пытался помочь одной девочке. Ты помог ей? Не думаю. Так, теперь у нас получается 5 улик. Офигеть, то есть мы, получается, вот добились темы с гаражом. Так, теперь. Окей. Так, это опять те же самые
Друзья наши. Кто? Что вы такое? Давайте только не... Может, сейчас я покажу другую концовку. Потому что в прошлой мы приняли... Это одно и то же. Сейчас. Дойдем до того момента. Так. То есть, если вам интересно узнать вот это... А ты давай не зевай! Лучше... Скорее... Так. Не подбирай. Ты что, раньше? Зефир. Но... Так. Не на... Милости прошу к нашему шалашу. Вот, кстати, все-таки ассоциация с гаражом есть. Вот после того, как мы выбрали гараж, это на самом деле все тот же сраный гараж. Он ох, как так. Может, наши друзья зверя. Зверя-то. А... Вот, принять, отказаться. То есть это уже. Так, первое. Давайте посмотрим, что будет отказаться, потому что мы узнаем правду. Так. Не ешь. Во-во. Да сразу видно, что это какая-то западня. Что такое? Что случилось? Ничего страшного. Просто Тоша верит в несуществующий диабет. Расказни родителей. Разбудите меня, когда он перестанет валять дурака. Ага. Давайте не будем портить праздник, друзья. Сегодня каждый должен веселиться. Ешьте и пляшите! Вон дикого зверя, капец. Спасибо, но мы сыты. И мы пойдем, наверное. Мама с папой переживают уже. Ах ты сука. Нихера это не змейки нахер. Прошу, Антон. Мы же друзья, правда? Мы даже больше, чем друзья. Ах ты сука. Вспомни, что я обещала. Никто не причинит тебе зла, пока я рядом. Ни тебе, ни Оле. Ага. Так что съешь, пожалуйста, всего одну. Ага. Съешь, а? Антон, пусти! Ну пусти! Ага, куда пустить? Когда это нифига не правда, да? Теперь и ты все мне запрещаешь, прям как мама! Это неправильно. Все здесь какое-то неправильное. Вот как? А ты не задумывался, что из неправильного тут только твое мировоззрение? Как ты думаешь, что делают те таблетки, которые ты глотаешь круглые сутки, м? Они искажают реальность, путают мысли. Уводят тебя со снежной тропинки.
На кого мы похожи? На мразей. С нами вас никто больше не накажет. Ага. Не запрет в комнате, не бросит в одиночестве. Отныне никто не заставит вас делать то, что вам не хочется. Откуда вы знаете, чего нам не хочется? Я знаю. Ага. Мне шепчут ветра и тени, холодные звезды и безграничные небеса. Они говорят, что дети не хотят взрослеть, превращаться в тех, кто живет запретами, угрозами, наказаниями, ожиданием старости и смерти. Дети живут мечтами. Ну, логично. О, я отлично знаю детские мечты о счастливой и беззаботной жизни. Той, в которой есть чудеса и дикая свобода. Все это будет вашим. Стоит только захотеть. Стоит только попросить. Стоит только согласиться. Согласиться. Да, моя дорогая. Вкусить это. Ага. Я прошу тебя, ради всех нас, ради меня, ради сестры. Зайчик, отведай хотя бы кусочек. Угу. Кусочек, дружочек. Сейчас вы все поймете. И тогда ты все поймешь. Ага. Что нас не наебешь, знаешь, как говорится. Капец. Просто жесть. Притворялся, да. Я сказал, мы уходим. Я сказал, мы уходим. Ох, ну какой же ты все-таки дурачок. Ага. Жесть. Жесть, просто жесть. Фуй свой, поешь. Козел. Древний козел. Так. Послушай, хозяин, я разорву их на части. Я вырву их глазные яблоки.
и трахни их сочащийся рот. Я. Вонские, мой черед веселится. Как же он добился слушать их сраный гуньёк? Если б я сорву кожу с этой грёбаной козявки прямо на глазах её братца, я заставлю его съесть собственную сестру. Не кормил ему высота её потрахляй. Пожалуйста, хозяин! Опа-на. Моя выблядки! Лапы прочь от девчонки! Чё с солью-то не так? Да, такое видеть обосрёшься. Да и ни за что! Я человек! Так. Ешьте! Пейте! Рвите на части! Вот и хозяин леса. Сладкое мясо. Офигеть, Алиса, она единственная, кто не поддается вот этим магической хуйне, короче. Я не знаю, как назвать. Вот. Подожди. Не спеши так. Не стоит. Она его либо любит, Алиса, либо просто хочет защитить. Зайчик нам еще пригодится. Зайчик нас покормит. Вкусненько. Для медведей и лисы. Зайчик, кушать принеси. Ебануться просто. Трешня начинается в четвертом эпизоде. Мерносвета, зайчик. Разорвать и сожрать. Самозванец. Твою мать. Самозванец, твою мать, ну да. Кожаный мешок скребухай! Заткнитесь, пустомели! Разве вы не чуете? Разве вы не помните, когда он чуть не укусил Луну на снежной поляне? Он сейчас ответит «да». Мой милый, скажи, ты хочешь спасти свою сестру? Да! Скажи громче, чтобы все слышали. Да! Посмешище. Позволь, хозяин, я откушу от девчонки самую малость. Только попробуй.
И я вырву твой поганый язык и засуну глубоко в клоаку. Ты безмозглая курица! Хм. Кстати, довольно прикольный кадр. Так. Да, что это грёбаный гараж, тот самый, сука. Я сейчас! Да, вот я не знаю, можно ли, скорее всего, сеструху спасти. Это когда мы отказались, да? Так, это концовка от Полины. Фу. Вот. Так, смотрим. Ничего, отнесу тебя домой, согрею, шоколадом напою. Ты только не засыпай, слышь, ты только... Чего? Что? Да ну нафиг. Короче, я не знаю, то есть, короче, что сказать. Это трэш, но когда ты принимаешь все это, там еще хуже концовка, мы видели в прошлом прохождении. Когда ты отказываешься, вроде тоже, но погибает твоя сестра. Ну, блин, это как-то странно. То есть... В любом случае, все идет к тому, что либо спасти Катю, либо не спасти Катю, и Оля убивает. Но это просто... Это реально пиздец. То есть, Катьку мы не можем спасти, Катька умирает, улику можно только взять. И Ольку не спасаем, умирает. Ну, блин. Понятно, что хэппи-энда тут не может быть, но... Четвертый эпизод, он очень жесткий. Ждем пятый. Я не знаю, какую развязку они сделают через год. Если сделают через год или полгода. Может, к Новому году сделают, допилят пятый эпизод. Не факт. Фух. Ну, короче, четвертый эпизод, он жесткий. Очень жесткий в плане того, что... Что произошло у нас в четвертом эпизоде? Убили главного героя. Мы в четвертом эпизоде лоханулись с Полиной. То есть, короче, убивает нас Ромка. Потом убивают Катьку и убивают Ольку. То есть, три смерти. То есть, понимаете, в четвертом эпизоде, насколько трешня. Главный герой, Катька, Олька. И непонятно, как в пятом эпизоде из этого выбраться. И, короче, прийти
хотя бы к нейтральной концовке. Я видел тоже, Куплинов был в шоке, когда у него главный герой умер, и он перепроходил уже с концовкой по... По-моему, принять мясо. Да, он выбрал, по-моему, принять мясо, но не отказывался, по-моему. Ладно, всем, в принципе, спасибо за внимание. С вами был Казуку Фэмили. Всем до новых встреч. Будем ждать обязательно 5-й эпизод. Посмотрите мои прошлые прохождения. Посмотрите это прохождение. Я... Ну, то есть, это одна из моих любимых игр. Вот, прикольно. Это новелла, который каждый должен ее пройти. Каждый. Вот. Так что всем спасибо за внимание. Мы услышимся уже... Может, через полгода, либо через год. Вот. Сейчас, секундочку. Чтоб вам не соврать, точно. Всем спасибо за внимание. Не забывайте про репостики, про лайки и так далее. Всем до новых встреч. Всем спасибо, что смотрели. Всем до скорого. С вами был Казуко Фэмили. Всем пока-пока.